Правда ли, что троллейбус может ударить током? Троллейбус – один из видов городского общественного транспорта, приводимый в движение электродвигателем, который получает электричество через двухпроводную контактную сеть, размещенную на улицах города. Совмещая в себе преимущества автобуса и трамвая, троллейбус является одним из перспективных видов городского транспорта. Тем не менее, некоторые горожане побаиваются троллейбусов, полагая, что от них можно получить удар током. К сожалению, такая вероятность действительно существует. При возникновении каких-то неполадок с электрооборудованием или нарушениях изоляции может случиться утечка тока на корпус. В этом случае возникает опасность удара электрическим током при посадке в троллейбус или выходе из него, когда пассажир контактирует с его металлическими частями. Например, ставит одну ногу на ступеньку или держится за поручень на двери, а вторая нога остается на земле. Либо когда он встает обеими ногами на ступеньку и взялся за поручень. Кроме того, опасность удара током актуальна в первую очередь для старых моделей. В новых подножки и ступени выполнены из пластика, двери крепятся через изолирующие резиновые прокладки, а электрооборудование снабжено системами контроля тока утечки, которые сигнализируют о неполадках водителю или даже обесточивают машину. В сырую погоду, дождь, снег или туман, опасность поражения увеличивается. В отдельных случаях удар может быть смертельным. Тем не менее, не стоит поддаваться панике и бояться троллейбусов. Случаи удара током при посадке в троллейбус – не рядовая ситуация, а достаточно редкое чрезвычайное происшествие. Так что, хотя возможность удара током действительно существует, не так страшен черт, как его малюют.